Христос воскрес! Дорогие друзья, поздравляю всех с сегодняшним праздником, с Пасхой вас! Всем людям на земле, независимо от того, какую религию они чтят, желаю мира на земле, благополучия, желаю здоровья, всего-всего наилучшего в жизни. Главное, чтобы был мир на земле. И главное, чтобы было у нас у всех здоровье. Остальное все приложится. Друзья, хочу поделиться с новинкой. И с радостью, потому что меня очень радует эта необычная ваза. Всем советую приобрести такую вазу. Мне подарил мой сын. Я приклеила на кухонную дверь. Вот она у меня со стеклом, дверь. И приклеила. Ваза тем хороша, что не занимает места на столе. И у кого коты, они меня поймут, коты не смогут никак ее опрокинуть. Вот у меня уже расцвели мои розы, и я розочки положила в новую вазу, налила воду, вот видите? И вот так они смотрятся. Мне очень нравится. Я очень люблю цветы. И когда расцветают мои цветы, я всегда держу их на кухне, чтобы радоваться им. Но когда коты, вы сами понимаете, могут они опрокинуть, поломать вазу и так далее. А это самый лучший вариант. Мне очень нравится. Можно приклеить на кафель в ванной комнате. На стекло, на холодильник, вот, куда вы захотите, вот, пожалуйста. А у кого дома коты, это вообще очень удобная вещь. Поближе покажу. Вот. И сдалека. Вот она у меня такая дверь. И приклеила. В таком месте, чтобы не достали ни собачки, ни коты. Друзья, с обратной стороны она тоже выглядит очень хорошо, очень красиво. Вот посмотрите, здесь у меня гостиная, вот моя гостиная, а это дверь в кухню. Вот я приклеила с той стороны, с внутренней стороны кухни, а с этой стороны тоже вот она так видна красиво. Так что ваза двухсторонняя. Всем советую. Мне очень нравится. Вот это с обратной стороны. Сейчас еще покажу с внутренней стороны кухни. Вот, пожалуйста. С этой стороны вот так выглядит. Зажгу свет еще. Вот. Вот, пожалуйста. До свидания, друзья.
Еще раз всех с праздником. Всего-всего хорошего вам. Здоровья, благополучия и удачи в жизни.